значение обстрела на высоте не менее 1000-1500, проход разрешаем на Гагры. Обход аэродрома не менее 15 километров нашего. Мористия. Так, я понял, но я в Гагры должен опуститься, если я хочу на это, чтобы... 15 разрешаем, но сейчас идет обстрел лаборатории. Вы связывались с генерал-полковником Кондратьевым? Он со мной переговорил. Еще один вопрос. Мы здесь сейчас записываем. Кто это мне ответил, что слет запрещается из-за трехстороннего соглашения? До вашего прихода человек, который сидел на пульте, тот передал, что взлет с вертолетов запрещается из-за трехсторонних вертолетов. Мы сейчас это записываем. Из-за каких трехсторонних переговоров он запрещает. Мы не запрещаем вам. После прекращения обстрела 24-й лаборатории. Вы хорошо позвоните в вашей лаборатории и узнаете, там никто не обстреливает, если вам очень интересно. Если вы хотите запретить и ищите причину для этого, ищите долго. Минуточку на связи. Палатка. Вот вы говорите одно, а начальник штаба у вас, полковник Власенко, передает другое сейчас по телефону, что если мы не разрешим пролет, то они начнут все наши объекты бомбить и стрелять. Что прикажете делать генералу Сигуткину? Я ничего не приказываю, товарищ генерал. Вас ваше начальство прикажет. Я вам хочу доложить, что просто создается искусственная преграда, чтобы мы не полетели любыми путями. Вот то, что я замечаю. А причина то какое-то соглашение трехстороннее, которое уже давно нарушилось в присутствии вашей, то еще обстрел лаборатории. Мы не обстреливали, но если вы нас собьете, тогда нам больше ничего не останется. Палатка, пусть позвонит генерал Каргарашвили, генералу Сигуткину, и договорятся. Это генерал Сигуткин, генерал Каргарашвили с вами разговаривает. Генерал, позвоните, пожалуйста, генералу Сигуткину и разберитесь. This is machine that all the Italian, the Razet that's what he lived, the Champions Honor was over at Jesus at this moment. The Danner Channel is the Bundle, the Britannic Senegal.